Привет всем, рад вас приветствовать на моем канале Sunshine China. Сегодня у нас небольшой обзор гибкого штатива осьминог с держателем под телефон или экшен камеры. Заказывал штатив на AliExpress почти за $2, ссылка на этот товар будет под этим видео. Вот так вот выглядит штатив, давайте я его покручу для вас. Штатив малых размеров, выполнен из твердого пластика, ножки его покрыты материалом Soft Touch. Приятный на ощупь. Фиксатор затягивает этот держатель туго, проблем с этим нет. Сам держатель прорезинен для защиты устройства, он также съемный. Вместо держателя можно прикрутить экшен камеру, зеркалку. Зеркалку я не советую, так как ножки загнутся, это в лучшем случае. Теперь поставим штатив на его ноги. И подцепим телефон и попробуем сделать пару фотографий. Телефон будем использовать с расширением экрана 5,5 дюймов. Это у нас Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Держатель на самом штативе довольно-таки работает туго, держит телефон без всяких проблем. Походу я зажал кнопки выключения. Телефон перезагрузится и мы продолжим. Ну вот телефон перезагрузился, давайте теперь продолжим. Поставим телефон так, чтобы он не зажал кнопки. Теперь я включу камеру на своей трубе и попробую сделать пару снимков. Фотографии делать получается, но при нажатии происходит тряска штатива, и поэтому они получаются размытыми. Рекомендую докупить сюда Bluetooth пульт затвора камеры, чтобы делать множество снимков на расстоянии. Ссылка, где купить штатив и пульт, либо их же вместе, будет под этим видео. Штатив довольно хороший за свои деньги, рекомендую его к покупке. У меня на сегодня все, спасибо, что смотрели это видео, подписывайтесь на мой канал и желаю всем добра.